Сломай страху. Одно сломал, а другие пока не видно. Страх ваш самый опасный противник в этих проклятых. Там получается запулить. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг... Фонари, блядь, четыреть не выпанул. Это не я. А. Это Кунка. Это, а кому на замену отписать? Кирилл. Пишите мне на руку. Вот. Ладно, это был я. Кунка, извини, пожалуйста. Негр. Извинись. Чё, как вчера второй рейд сходили с РСК? Никак. Никак, это вообще не ходили, что ли? Ну, не было РСК. А, только целка, да? Понял. Там справа еще ловушка осталась, в ту комнату не заходить еще. А ты ходил или не ходил? Кто? Я в Целкана ходил. Пришлось. ДКшником поди. А? ДКшником поди. Да, ДКшником. Что-то там, кстати, Настя. Войд. Что-то Настя писала, там что-то поговорить какой-то надо. Я на раз работы пришел, только увидел. Слышно меня? Угу. Короче, поговорить насчет того, что там, во-первых, вчера конфликт возник. Из-за меня, что? Многих... Да нет, ты здесь ни при чем. Я по другому поводу с тобой поговорить хочу. Как бы, блядь, ладно, начну с нуля, объясню, скажем так. Многих людей, которых не устраивает Никита, как РЛ, я понял, по РЛ начинают там агриться там и так далее. От тебя я хочу того, что ты адекватный сам по себе и более, скажем так, развернуто объясняешь в плане того, что у тебя нету такого молчания там или еще что-то, там какие-то паузы. Вот. И плюс ты сам предлагал как-то, что можешь параллелить. Вот, типа, я бы хотел, чтобы ты поводил вторые рейды. Да, можно. Как раз хоть на них попадать начну, блядь. Ну, это же... У тебя там два, иногда один день выпадает, да. Поводить вторые рейды. То бишь, это не только целка, а, ну, там, РСК, ну, я думаю, ты там все в принципе, знаешь, может, Гроу Магик, да. Потому что люди ныли там и так далее. Опять же, ну, просто тебе надо будет как-то со мной кондиционировать, ну, обычно я Никите все время писал, когда он там может и что, чтобы мы как-то вместе, как бы это правильно сказать... Ну, понятно, что в ну, какие дни ты можешь... Ну, подстраивали РТ, да. Ну, вот как-то так, чтобы было. Вот. Ну, и чтобы никого в итоге не обижать. Ну, я думаю, у тебя... Раз они Никита не нравится, посмотрим, что они будут говорить про тебя. Это... А что там? Он сам-то Никита ему по барабану? Ну, типа, он так же будет ходить там в какой-то из рейдов? Да, ну я с ним вчера разговаривал, там вчера просто конфликт вчера сгорел, там насчет этого, ну, просто там хуйня полная получилась. Поэтому, ну, типа, я поговорил с ним, и мы пришли, скажем так, к мнению, что если уже что-то и менять, из тех людей я не хочу два рейда доводить,
Не то, что не хочу, мне нету желания такого. Для меня слишком это муторно и сложно. Я уже, не знаю, стар для этого. Я просто не понимаю, как ты 24 на 7 сидишь и хуяришь в этом рейде. Ну я понял, это самое. Что там, когда на следующем КД приступать к этой хуйне? Ну да, со следующего РТ уже, да. Ну вот я, получается, вот если смотрю календарь, вот я вторник 2 числа на сутках, и потом получается что, суббота и среда будет. То есть считай, субботы меня нету на следующем КД, и среды точно нету. Вот. Угу. И там уже вот это самое. Ну вот что поставишь, четверг, пятницу? Ну там уже как-то... Ну. Да, там уже как-то будем, ну, подстраиваться, смотреть, ну, потому что как-то вот так, блин, что-то думать. Угу. В этом плане. Понятно. Ладно, ну, в принципе, это все. Рад, что ты согласился. Вот. Ну, и там как-то решим этот вопрос. Если что, после РТ поговорим там, ну, насчет этого. Все, пошли выше. Так. Давай еще третьего танка. На всякий случай. Могу прыгнуть по череде в мишке. Да, сейчас кунку, подожди секунду, еще закину. Чтоб он зандалар был. Левичку еще на. Кто у нас Ридар? Ридар есть, все, заебись. Не, на зандалара ты это уже, ну, перебор для тебя. Че, прыгнуть в мишку или не надо? Так, ну спек не сможет ты, да, в мишку. На всякий случай треть пойдем, чтобы там, блядь, не вайпить. Там левичка, я смотрю, не особо одет еще сильно. Барбароза релог, а то очень жестко лагает. Давайте быстрее релогаемся и пойдем по барам. Кунки в пати, плиз. А не, норм. Я не буду вас двоих закидывать в пати, потому что этот, блядь, два гоблина. Бесполезные гоблины. Подытожил. Зандалар он есть от Ондры тебе, а ему есть от Милханта. Ну и чё, поэтому типа... Бля... Я кунку бафу, да? На АП. Плохо. Да, солнышко. Надо своего петуха иметь. Так, рычина полумаф. Барбарос, ты там готов? Так, где беба, блядь? Беба. Сразу его. Адель, ты тут готов? А на кого на пол? На пул давайте на фонаря. Фонарий Ан. Первая пати паладин. Эх. Милфхан, куда в рейд пошел, блядь? Сейчас лужа в рейд пойдет, нахуй. Да, массакр. Блять, не уходите, пожалуйста, так далеко. Ну это пиздец просто. Хуй догонишь, блять, на милике. Встаньте, блять, ближе. Ну, пиздец просто.
Еще в Долорану идите, бейте нахуй, чтоб Мелика вообще невозможно было бить. Лужи правее стали. Левее. Встаньте в один фрейм, пожалуйста. Блять, Милфант, шипа снимите быстрее. Шипа снимите с Милфанта. Ребята, снимите ебаный шип, РДД нахуй. Алло, нахуй, свичнули шип, блять. ДПСеры нахуй. Фрейм стали. Отойду минутку, био. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник... Хорошо, блин. Забери там помощника в толпе. Я остальных допулю. Ну, я не про того. Но он тоже сойдет. Напулили? Смотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью. Можно сыграть по помощникам, пожалуйста. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Иди еще помощников забирай, двух последних. Фонарь остальное заберешь. У меня как раз на полчаса откатится на пол. Забирай фонарь. Не, кабину сносит еще. Для нашего господина... Нажми таунт, блять. Еще одного помощника забери, наконец, гриппом, блядь. Это был РДД по помощникам играть. Фонарь, там два моба ушло, которые резнулись.
Первая, третья пати слева, вторая, четвертая справа. Левичка слева, фонарь справа. Фондра справа, гриппаешь с центра этого, блядь. Маба, короче, ты понял. Ты же там боежки забираешь, да, все дела? Да. Там два просто кольца упало. Может, я там не видел. Да, где там воять, кстати. Вообще, блядь, эти боешки, нахуй, я потом про них забуду, нахуй. Он разобирай их сам, и ты там с Настей сам, блядь, разбирайся с этим ГБ и так далее. Я туда лезть вообще не буду. Так я думал, просто и в ГБ закидывай, там, где ячейка, где банки лежат. Ну, закинешь, пускай Настя разбирается с этим. Типа, ты хочешь, чтобы я не думал, или что? Да, 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 потому что я могу потом про них забыть, блядь, а потом вспомнить, как они, когда... Рыбу ставлю хамать. Я же слева, да? Или справа? Ты справа. А. Левичка слева. Андрей, ты... Короче, первая, третья пати слева, вторая, четвертая пати справа. Фонарь ты справа. Левичка слева. Вондра справа, гриппаешь мобавцы. Рибафунки, касс. Быстрее, паладин. Вообще на полбав. Все, поехали. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Трошишь на самом деле. Я освобождаю тебя от проклятия. Ну, а у тебя ДК слева стоит, а я справа гриппа. Да. Да. Я буду гриппа там, где ДК, чтобы два гриппа получать. Ну давай там, окей. А то так мог просто. Вой, дай БР. Там фанатика надо бить слева. Так а чё вы стоите? Выбивайте. Трэш-пэх. Приверженца в первую очередь быстро убили. Законтрольте глю, не убейте его. Левичку прохил, сейчас умрет. Быстрее добили мобов. Геру дали фулл ДПС помос. Готовься босс ловить. Ну я понимаю. Ладно, Беба, подойди чуть ближе. Там с качком кинь. Spirits.
spirits. Ты не в силах противиться моей воле. Spirits. Spirits. Два духа мили. Spirits. Spirits. Хороший подряд берет, сука. Не убили, да, тебя? Ваша смерть неизбежна. Предрешена была судьба твоя. Мега хорош, Адель. Блин, я ДС-ку, может, не получу, потому что я... Да, ДС ладно. Ты зажал нить просто? Да. Аккуратно петов своих убирайте, чтобы в центре, блять, мобов не сагнить. Ну, блять, честно говоря, я очень надеюсь, что... Куда побежали, дракон объем? Что реворк будет какой-то нормальный. Но по-хорошему, конечно, надо было бы, чтобы кто-то расписал. То он еще какую-то хуйню сделает. Еще реворк, что ли, будет делать какой-то? Реворк, а не просто баф, нерф. Реворк — это подразумевается то, что вообще что-то будет переделываться, а не бафать. Это типа в чем будет переделываться? Во всем или как? Я что-то не понимаю. Ну, блять, скорее всего, нахуй, что-то увеличит условно, либо что-то добавит. Ну, мне кажется, блять, что этот еблан просто сделает что-то подобное, что он сделал, блять, с другими классами. Добавит какую-то дотку, нахуй, которая будет условно, блять, после взрыва разума вешиваться, блять, до каких-нибудь стаков трех, нахуй. И которая будет 100% урона. Ну, блять, которая будет дамажить, как какая-то дотка, примерно. Ну и плюс-минус, мне кажется, что-то такое будет. Возможно, типа, что-то так. Так, пушки, сосед, Кринж Кинг, Барбарос, Глю вылезь, пускай другой зайдет, хиль танк. Все, сон же, пускай сидит, окей. Левичка на тот корабль, я надеюсь, ты знаешь, что там делать. Все, красава. Там босса не, этого, Мурадина бить не надо, если там ЛПшки две ебанешь, он потом эскель жмешь, чтобы стаки быстренько пили, все, я запускаю. А на ТГ все повесили, когда десятку? Для десятку бы сходить. Ну вот я на двух персах ходил вроде бы. Я не вешал. Я вроде на прессе не был. Я тоже ходил. Или был? После целка и двух РС-ок надо будет ТГ сгонять по-быстрому. Мне на дорогу ТГ, я могу с тобой на прессе сходить. Мне на дорогу и локом сходить. Ну, локом ладно, завтра схожу. Или... Сегодня, похуй. Короче, мне надо сегодня одну хотя бы сходить. У меня 5 персов есть, десятки готов сходить. А можно там пару бафчиков мне расчехлить там, ну, фристабл? Ранец не забыли одеть, я надеюсь. Ну, как бы... Зачем? Ну, меня бафать зачем? Я тебе лапу дал, нормально. Не, ну, в принципе, да, можно и не бафать, на фронт. Лапы хватит. Я тоже так считаю. Тогда мне минус ИП не надо давать, давай, что у меня там банки не будет, правильно? Надо. А, понял. Левички полетели. Полетели. Лети, лети, левичка, лети, блядь. Огонь!
Майк выходит. Сука, там стак. 26, нормально. Не будет геймкер, я же поставил его в расписание. Но завтра вроде, если я не ошибаюсь. 4, 3, 2. Вы можете ходить в тот же Каругер. Ладно, еще одного мага ждем, потом улетим. Можете ходить к Каругеру на ту же погибель, 15 минут времени. Плюс, ну ладно, 20. А ты же ставил на эту неделю друг магик, не? Да, вот на завтра вроде. А зачем он? Ну, чтоб люди не ныли, пускай одеваются пока. Один друг магик еще будем ходить. По токенам, там на час времени, я надеюсь. Не жаль, что мы за плащами. На, сегодня РСК будет. Я бы маги Грул, приоритет самый низкий, там к тюрьму 25-ку и то лучше сходить. Так тюрьму мы тоже пойдем в понедельник, все, улетаемся. Тюрьму мы тоже пойдем. Улетайте, мистер. Все, левичка улетает тоже. Тюрьму в понедельник пойдем тоже в два этапа. Ну, поделим две пачки. Нормально, адекватно. И пойдем. Две тюрьмы сразу. Полетели, брат. Набивайте пушки. Во вторник там или в среду, наверное, пойдем еще потравим лить. Знает, мне не нравилось Т5 на ШП. Оно какое-то было такое, не очень. Ну там хотя бы потравить, посмотреть, потестить тактики какие-нибудь новые. На это, посводить, попробовать. Может быть, гляди, и ДПС хватило бы. Финик. Расколы стакаешь. На каждом боссе, забудьте сказать. Сандер. Если босс все, все, я запускаю. Рыбу поставил, кому-то там нужно в центре стоять. Я про маги Грул говорил, то что типа поменять местами маги Грул и тюрьму. Тюрьму раньше сгонять. И больше времени целка уделить. Хаймки попробую. Мало ли. Мы можем, в принципе, завтра просто сходить в магию и сходить в тюрьму. Поставьте шкаф. Зачем шкаф? 40 секунд опула. Потому что улетели кто-то, блядь. Тыкните на шкаф быстрее. Ну, в общем, завтра видно будет, сколько народу. Сосед вагон, блядь. Добринковался. Мне обмен кинешь, Бабиона. Да, тюрьму и ГМХМ классно в один день. Они быстрые вроде. Ну, да.
Завтра тогда так и сделаем, наверное. Ну, я там после рейда дам информацию. Что на улице происходит? Собаки дерутся. БДК. БДК? Колись, что за хуйня, блядь? Предлагаю нерфить ретриков. Что думаете? Согласен, блядь. Не надо их нерфить. Настрадались они и так, мета-классы. А что, ретриков реворк какой-то был или что? Колись, нет. Колись, почему мы с тобой внизу, блядь? Рядом с матерью... О, волю на мишку можно? Можно волю на транс. На мишку, пацаны, если не надо никому. Я, кстати, это... Ну, да, отдайте ДПС развернут. Открыл портальчик. Красавчик. Фонарь, ты да, новый ДПМ помойка, конечно. Контра 22. Слава богу, что я его не качал. Ретрик дал 21 кани. А чё он тебе помойка? Я обновил его сегодня, все нормально, показывает. А вот это у тебя искусный удар или нет? У тебя отображается в этом Details Arisley? Что-то, блядь... Что-то ДПС какой-то высокий. Какую-то хуйню ты ковёр... У него дэмэдж правильный, но несённый, но какой-то ОВС неправильный. Ну, это бывает на сурке. У меня тоже отнимается после боя. Я картинку скинул там, ребят, если что, можете посмотреть. Там надо прям... Танкса линковой. Да, вот тут B2B заебись, кстати. Вот хилы, бегите сюда, сейчас танк сдохнет, нахуй. Я под печатью, я нормально. Да, у тебя правильный. Я просто видел в конце боя, сколько там было. Не, ну нахуй, что-то с ретриками сделали, блядь. Ну, типа, я вот смотрю, даже последние скрины Реслина, нахуй. Это ну, блядь, очень ну...
это прям... У него вот... прям намного меньше был. Ну это много что-то как-то, если честно. Ну, да, может, если человек по себе много. Это нормально. Почему много? Это нормально. Это нормально. Ой, это много. Типа, ну я не видел, что их давали. Я не знаю, где-то... Блять, но окей, смотри, если брать в расчет, вы вот судите так тоже, все классы плюс-минус, можно блядь, на сервисе должны давать плюс-минус одинаково, это кастомный сервис. На том же, блядь, обычно молка, нахуй, 3-3-5, блядь, там ретрики, нахуй, ну, всегда давали заебись, нахуй. Собирались в хосту, нахуй, и ебашили в Т-10. Некоторые баги были там и так далее. Я вообще нахуй он бегал с хвостом кометы, блядь, с ульдой и с этим, блядь. Со всем нонсетом почти десятки, блядь, где на хосту который. И этот, блядь, и колба нахуй. И у меня там на сурке тоже было. Что-то, блядь, в районе 24-25. На циркле это было. Помнишь, ты играл же на Реверайсе супер давно, может там был этот баг, где ретрик под крылом мог босса вышел? Да, было такое, было. На Ревере. Но они пофиксили эту хуйню, это было неделя, по-моему. Ты знаешь, я так охуел, короче. Мы пуляем, короче, мы тогда пошли, по-моему, в РС-ку. Мы пуляем, короче, Халиона нахуй. Я нажимаю крылья. Там получается баг был такой. Либо ты нажимаешь крылья, и у тебя вообще урона нету. Ты просто стоишь АФК, просто, ну, не бьешь на. Либо, блядь, ну, вот эта вот хуйня вылетала, короче, там космическая. Да, 7 лярдов, что-то такое, да. Так я, короче, в РС-ке, блядь, нажимаю эти крылья, нахуй. Нажимаю джагу, блядь, и, короче, Халион умирает, но. Я сначала не понимал, что за хуйня. Я когда помню, Так прикол в том, что я пошел потом на ренить, да? Потом прикол в том, что я аренис пошел, да, и, короче, на арене такая же хуйня была. Чел выбегает тупо, блядь, за одну джагу, нахуй, минус, блядь, потом на чел уже на форум пошло. Перебью этот, снимаем мои ловушки? Не надо. У меня ДБМ херня, не знаю, передвинуть ничего не могу, рит, и что-то он... А, ты настройки удалял старые? То отсчет не показывает, еще что-то. Ты, возможно, старые настройки с прошлого ДБ не удалил, он тебя конфликтует с нынешним. Вопрос, кстати, о птичках. Колбу можно зайти на ретрика забрать? Не понял. Там у Арислина, по-моему, еще колбы до сих пор нет. Че, Арислина у тебя нету? По-моему, была у него. А, есть. Ну, все, что, все удалил, у меня все нормально работает. У фонарега нету колба. Фонарь, ну тебе ну надо, блядь. А вы говорили говно пояс, видите? Ну, если ретриков не делали, это нахуй. Я смотрю, у него двойная атака, блядь, автоатака заебись набил. Ну это еще. Смотри, у него по 7000 бьет, 4 атаки в минуту. Ну, по 30 тысяч. Ну да, но проблема в том, что тут пояс должен быть с, скорее всего, классовой чаркой, наверное. Не, ну хотя у него он может себе одну брать, типа вообще. В принципе. Вот атака на ретрика прикольно, кстати, смотрится, согласен. Так, ну, это было понятно. Ну, смотри, там же, ты же считай, на это автоатака и ты колба работает. Ну да, плюс. Да, я это понимаю. И печать нахуй. За 3 минуты он... Единственное, на кого на норм. Короче, 100 тысяч он нанес с пояса за 3 минуты. Тупо и автоатака и ты. Да ты не посчитал еще печати, стаки, бла-бла-бла. Да. Да, это тоже считать надо. Потом, когда ШМ будет, ну да, тоже дополнительные стаки достойно набираешь. И колба, блять. Ну да. И то, а колба фетиш, так вообще будет скучно смотреться, на. Да, прикольно. Еще и под фетиш эта хуйня, если будет прокать. Достаточно сочно, да. Вот там все может еще плечо взять и завтра, получается. Больше ничего брать. Ну, все равно что-то как-то тут. Бонусы это помнит вообще там нормальные бонусы на себе. Да. Не знаю, там я посмотрел на рогу пиздатые бонусы. Ну бонус, да, там крутые бонусы. На... Там иметь почти на всех хорошие бонусы. На лока, блять, такое себе нахуй. Ну плюс-минус более-менее нормально. На лока вроде батом.
Не, не имба, но плюс-минус нормально. Ну, блять, ну типа... Еще одно кольцо, вау. Типа, за нить, это, типа, там просто, блять, мне не нравится то, что... как это, блять, правильно сказать? Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Напиши, как вот это нестабильное колдовство, вот это нахуй, на него распространено. Типа, если было бы на какую-то другой, там, типа, условно, и на порчу, то было бы как-то более прикольно выглядело. Не, ну, в принципе, плюс-минус заебись, если еще отслеживать прок долгонога, нахуй, и чисто кидать нестабилку под этот бонус. Мне кажется, будет прикольно смотреться. Надо выбить. Шанс низкий, бля. Ебать там колбасит Войда. Салабы с квантовым. Не, ну, мне кажется, в начал там плюс-минус будет где-то 1к ДПС прибавки, если еще по долгоног скидывать нестабилку будет. С тычаркой. Дайте отчет. Ну, там. Не, косарь много, где-то 800 ДПС. Ой, плейбой, не подходи. Так, рыба стоит. Сейчас, секунду. Давай добавим пуду, тут нормально. Рид стоишь в печенье, ковер стоишь в кресте. Вообще на плывах. Я дам отчет, блять, ну, я не знаю, покажут вас или нет, блять, на новом вашем ДБМ. Но, типа, я отчитаю сам. Адель, Глю. Да у тебя своя задержка еще есть, так что это еще предлагаю ДБМ через вор. Ну, окей, на тебе ассиста, давай ДБМ сам. А когда ДБМ обновляют, настройки сбиваются? ДБМ. Прямо сейчас, Адель, блять, только, ну, шустенько, красавчик, лучше. Пизда, что за лаги нахуй? Ну никто не вынес, да? Ой, окей, понял. У нас есть баунт, есть сакра. Главное один стак ставить хотя бы. Всем. Чтоб один стак хотя бы. На остальное похуй. Я рога. Блять, я думал, смешно было. Очень полезная информация, Вайт. Сочувствую. Было бы в Диссем, тогда бы посмеялся. Такую смачную прям, как лев. Как тигр. Фу, фаны. На клаву прямо, да? Вау. Да я смотрю на свою сову, у него из клюва хуярит, да? Лучше бы они, сука, не реворки делали, а лаги чинили, блядь. Ну да. ФПС прям, блядь, просел сильно, нахуй, особенно, ну, типа, в обычке терпимо, блядь, в целках М, блядь, что-то они там, я не знаю, что они там поменяли, блядь, я в целках М захожу, это пиздец. А они, получается, сегодня, вчера какое-нибудь обновление выкатывали? Хуй его знает. Да вроде нет, я не смотрел, ничего там не было. У меня просто, блядь, вчера не заходил, а сегодня зашел, мне ФПСа нет вообще, я не хочу вчера хуйню. Так это норм. В принципе, почему бы нет? Это норм для Сируса.
Ну, уже была такая хуйня, я помню, типа. Но потом как-то стало нормально через какое-то время. Блин, этот панцирь я... забери. Андрей, слышишь? Я забрал. Забрал, вроде, конечно. Я понял, что боешься забираю. Вообще. Красава. Стухлого тоже скинете. DPC, блять. Сука, я на сорке проебался, конечно, нахуй. Я нечаянно летабнулся, блять. Блять, трит, нахуй. У тебя какой-то пиздобольский. Details? Ну, все пиздобольский. Ну, бля, он сурка скинул больше, чем у меня есть, а стухлого меньше, вот, по сравнению с моим. А реально. Я думаю, что этот эффект активити, типа, разные стоят. Тоже не, у тебя, стоит. Наверное, корявый стоит, стопудово. Да я ничего не делаю. А какая разница, насколько? Потому что там... Вы ничего скидывали, если бы разница была в стоп всего. Вот у Синжура, вот у меня как у Синжура один в один. Левичка, пособирай этот... Как его? Грибы. Слизней, короче. Кто у нас там? Синжура потерялся. Где Синжура скинул? Чё, кого? Да в Дисе там же. Тухлый. Подписал бы ты ему. Так похуй, короче, там, блядь, плюс-минус. 5 косарей ДПС вообще срать, похуй. Всё, Адель, давай, чё тут во фрейме стоим. Левичка, собирай слизней. Можно, в принципе, сделать макрос, я тоже. Этот. На... Через крик. Я тебе уже скидал, макрос уже хрен знает, когда еще? Да, блядь, меня в падлу просто забивают с панели всякой хуйни. Вот все. Блядь, теперь проебался. А куда триксы уходят? В кого ты? Секрет. Секрет. Какой секрет? Я тут Викаура построил так красиво. А триксов нету. Там Алконфилл тебя триксует. Мало что ли? Точно? Наверное. Да. Ладно. Не-не, вот. Тебе Алконфилл, Милхаун, тебе все нормально. Не Милхаун? Это я вижу, кстати, да, прям вообще уважаю. Ну, Конфилл на Реслину. Бобину на толк надо, кто ему не понравится. Фонарь, блядь, ты должен агрон набирать, блядь, вообще без напулов, без нихуя, блядь. Ну, кстати, сейчас я это... Без напулов набрал вроде. Или вроде Милхант на пуле. У тебя два напула из трех делаются. Дайте два на пуле расслабые. Я в шоке, даже Викаурус не показал их. Фу. Твой Викаурус говно. Самый лучший. Зачем тебе Викаурус, ты не реалист, типа, нахуя, вообще вот объясни. Стой, а при чем тут РЛ и Викаура? Ну, зачем она тебе? Ну, чтобы отслеживать. О, с кого? Чтобы не давать крылья, если тебя напулили. Да, мега полезно. Не, а вообще, посмотри, Викаура может много дыма заменить. Типа, почему нет. Именно на Арелис? Нету времени смотреть. Ну, это аддон для Рейла больше. Ваш. Не скажу. Он микроскором батл заменяет. В нем можно ДБН настроить, прокет, сэжи, все свои. Там даже кастомный интерфейс можно сделать. Проки ты можешь Storm Event забить, на то пошло. Он мало смысл Storm Event и Лавру ставить, если тут можно все поставить стражи. Можно, то типа, у меня есть макрос, который отслеживает стражи, все шмотки, на которые тебе идет, то он сам их выводит. Прок. По мне это, блядь, лишний нахуй минус FPS, блядь. Ебал я урод нахуй. Неправда. Ну типа три аддона заменяются одним, чё плохого? Плохо, очень плохо. Очень плохо. Я не отслеживаю, когда меня дают на пулы. Я считаю, хороший аддон это Викаурус. Все качайте. Учитесь настраивать, не качайте чужие.
Вот вся проблема, да, такой настройки. Криво настроишь, это FPS пробьет еще больше. Ну да. Пиздец, что-то викаур. Где же логи кто-нибудь активировать? Чекать, еще активирую. А, нет. Не, кстати, насчет ДБ этого DTLS, типа, я сейчас проверю эффекте Activity, типа одно и то же показывает число. Ну там по разнице бывает 200 у каждого человека и все. Активирован. Может просто по-другому считать, потому что я вот тупо перед рейдом прям обновил его. Не обновили, обновление закачали. Блять, я череп хотел бы на самом деле потестить, нахуй. Кажется, нормальная тема была. По крайней мере, лучше, чем, блять, этот ебаный знак. Засунь его все в жопу, я знаю, что ты вот именно замок. Так что, пустите на баллы за колбы, потратите. У нас больше некому забирать все. Иди. Я бы проверил колбу на прате. Интересно даже, как она будет. Я бы проверил, сколько хуев рот бы КБДК могут взять за один раз. Ноль. Переверни 8 так, чтобы она лежала. Ну, Андрюша, я не знаю, блядь, насчет 0, там может много, блядь. 0 это в конце, а еще 2 цифры есть перед нулем. Интересно, 2? Какие познания. Вот, не хочешь на личе похилить?